Вида! Любим! Вида! Любим! Халык поставьте! Жители жилого комплекса «Махабад» проводят близ Астаны учения по гражданской обороне жилья. Люди, которым грозят выселение, учатся оказывать ненасильственное сопротивление судисполнителям и полицейским. Вы готовы на всякие крайние меры. Также мы готовы, чтобы общество узнало, что творится в Астане. Если в Астане творится именно такие неправомерные и незаконные действия со стороны сотрудников РОВД, ДВД, а также со стороны сотрудников Генпрокуратуры, то что ожидать в провинциях, скажем, в других областях, маленьких городах и в селах. В одинаковых футболках с надписями «Народ начинает и выигрывает», скандируя «Без дома нет родины», махабатовцы имитировали вероятную ситуацию, как будто их уже пришли выселять. Сначала провели учебно-тренировочные шествия, затем митинг. Халык бастайды! Халык жилет! Иди! По словам жильцов, в 2009 году некая ТО агрофирма «КАЗ Экспорт Астык» заключила с ними договоры аренды с последующим выкупом квартир. В течение 3 лет сотни семей оплачивали комуслуги, аренду, сделали в квартирах ремонт. В этом году выяснилось, что прежний хозяин продал дом вместе с жильцами. Новый владелец требует освободить помещение. Махабатовцы говорят, что стали жертвами мошенников. Госорганы, суды и полиция с этим не согласны. Они хотят избавиться от нас, потому что мошенники заработали и убежали. Жанар Суббекова одна воспитывает 5 малолетних детей. Ее тоже собираются выселять из Махабата. Муж за время судебных тяжб умер от инфаркта. Женщина в полном смятении. Просит помочь ей сохранить крышу над головой. У меня голова идет кругом. Не знаю, что делать, куда идти. Ладно, я останусь на улице. Но разве не жалко и моих малолетних детей? Обращаюсь к властям. Мы готовы платить аренду. Не выселяйте нас. Обитатели жилого комплекса не раз обращались к властям. На этих кадрах 50 семей пришли просить помощи у депутата парламента Бекенова. Народный избранник обращение принял. Обещал помочь, но это тоже больше похоже на имитацию. Я вас услышал, я вас понял. Но чтобы конкретно, вашим заниматься, вашим проблемам, нужно все подробно, чтобы вы расписали все это заявление. И что вы конкретно хотите? Не хватайте руками судебных исполнителей. Они толкаются сами прям. Вот, у них, у них возможности больше. Они могут действовать руками, они могут действовать дубинками. А вы не имеете права действовать руками. Ваша задача схватиться друг над другом и телом не допустить их. Понимаете? Так и не дождавшись помощи от чиновников, люди обратились к гражданским активистам. На эти учения правозащитника Булатбека Блялова пригласили в качестве специалиста по массовым движениям. Что эта проблема касается не только вот тех людей, которые стоят за моей спиной. Так или иначе, проблема жилищных касается каждого казахстанца. И если мы выработаем единое требование, если мы будем настойчивы при своих этих требованиях, я уверен, власть изменится. Потому что, опять же, я повторюсь, источником любой власти является народ. И если мы начнем, мы обязательно выиграем. В мае этого года жители Махабад уже провели санкционированный митинг в знак протеста против принудительных выселений. Но эффекта никакого. Если до 11 сентября власти не разрешат конфликт, то граждане обещают провести новые акции протеста.